Усім мамський привіт! Мене звати Альона, я мама-блогер, і сьогодні ми поговоримо про те, як народжувати без болю. Чому деякі жінки бояться пологів? Навіщо потрібен біль? Як жінка може полегшити свій стан у процесі народження дитини? Біль у пологах – це те, чого бояться чи не всі жінки. Навіть якщо вагітність проходить ідеально, думки про пологи можуть викликати страх. Майбутні матусі переймаються. Як все буде? Чи можливо буде перенести біль? Ці думки – абсолютна норма. Водночас існує безліч немедикаментозних методів знеболення. Детальніше про все у цьому випуску. Відсутність болю у пологах не має бути самоціллю жінки. Біль слід сприймати як союзника. Він допомагає нам краще зрозуміти процес пологів. Звісно, сьогодні існують методи медикаментозного знеболення пологів, проте жоден із них не є досконалим. Так чи інакше, вони можуть впливати на плід, тому їх не можна використовувати без показань. Мы сегодня поговорим про боль в родах. Что это такое, зачем, почему и что с этим делать? На самом деле, это высказывание про то, что женщина будет рожать в муках, оно муссируется в головах людей достаточно интенсивно. И если вдруг мама во время детского периода развития женщины рассказывала о том, что «ах ты, зараза, ты там не слушаешься, или я тебя мучилась, страдала, рожала, а ты сейчас вот там та-та-та-та», то у женщины все равно где-нибудь там будет откладываться, даже если у нее будет огромный опыт общения с женщинами позитивно рожденными, все равно где-то у нее в подсознании будет страх этих родов, страх боли во время родов. Почему болит? Да, потому что сокращается огромная мышца матки, и эти сокращения очень сложно не заметить, потому что матка весит от 800 грамм до килограмма, кило 200, и более того, она сокращается не так, как во время беременности. Когда матка сокращается уже непосредственно во время родовых схваток, мышцы во время родовых схваток будут сжиматься, перестраиваться, смещаться и сползать к дну матки, сгруппировываться к дну матки. Дно матки у нас находится как раз под ребрышками, и вся мышечная масса двигается, ползет, смещается ко дну матки, образуя огромный мышечный пресс. И тогда, когда шеечка откроется, за счет вот этих вот смещений, этот огромный мышечный пресс будет мягенько, аккуратно или очень интенсивно выдавливать ребенка, выталкивать его. Это уже будут потуги. Поэтому в любом случае вот эти изменения в сокращениях матки, они будут чувствоваться. Просто у кого-то они вызывают более сильное ощущение, у кого-то менее сильное ощущение. А если вы сразу же напрягаетесь, если вы сразу же собираетесь, группируетесь, то мышца будет напряженная, она будет вам давать боль. Почему еще болит? Болит, потому что любая растяжка, которую вы делаете, то ли вы садитесь опять-таки на тот же самый шпагат, то ли вы тянете себя за палец, то ли вы растягиваете себе рот, она в любом случае будет чувствовать. И дискомфорт еще возникает за счет того, что матка не просто болтается в организме, она в брюшной полости держится с помощью связочек. И здесь уже чистая анатомия. Как у вас там матка находилась? Загиб вперед, назад, влево, вправо и так далее. И четвертая причина – это патологическая. Если к работающей мышце матки, к работающему вашему организму не поставляется достаточное количество кислорода, которое он просит, то у вас будут накапливаться продукты обмена. Это как ускоренная крепатура. Если вы делаете физическую нагрузку первый раз с перерывом полгода после того, как вы когда-то занимались, у вас обязательно будет крепатура. В развитии крепатуры есть там определенный такой интересный момент, когда до какого-то уровня накапливаются продукты отработанные, и потом идет в пятикратном размере, идет ускорение накопления этих веществ. И болевые ощущения у вас будут ярче. Існують методи знеболення, які не мають протипоказань ані для мами, ані для її малюка. Вони не лише не шкідливі, а й дуже прості і ефективні. Мова йде про пологовий масаж, спеціальні дихальні техніки, розслаблюючі пози і рухові методики. Одним із найефективніших способів впоратися із болем під час переймів є активна поведінка жінки у пологах. Для того, щоб справитися з болью, це розслабитися.
как ни парадоксально звучит. Шейка, когда растягивается, она растягивается как гольф, как будто вы одеваете гольф на голову. Вот в принципе так же и проходит ребенок. И если вы купили себе гольфик такой малоразмерный или какой-то очень эластичный, то естественно, что пролезть через него будет сложно. Точно так же, если вы будете в напряженном состоянии, будет этот гольфик просто трещать по швам, и вам будет чувствоваться намного-намного ярче. Поэтому расслабьтесь, пожалуйста, опять-таки. Когда у нас сокращается матка, подтягиваются либо круглые связочки, которые отдают вперед, и у вас появляются ощущения, как во время месячных. Потому что натягиваются эти связочки и идет вот такие тянущие, ноющие, противные боли. Вы с ними ничего практически не можете сделать, кроме того, что понажимать уголочки. У вас когда-то торчали косточки, которые у девочек в джинсах низкой посадки торчат уголочки тазовых костей. Вот если на эти уголочки надавливать по передней стеночке, сам уголочек и по передней стеночке, оно шикарно снимает вот эти вот тянущие, ноющие ощущения внизу живота. И если у нас больше задействованы крестово-маточные связки, они будут отдавать этот дискомфорт, этот нытье будет отдавать в спину. Здесь мы стараемся принять ту позу, в которой ваша спина будет выше, чем ваш животик. И если еще ваш партнер, муж или там, подруга, или кто с вами пошел, будет делать вам массаж, если вы сами, то вы делаете его самостоятельно. Если вы будете делать этот массажик, то ваше состояние тоже улучшится. Поэтому, если у нас болевые ощущения идут за счет вот этого сильного чрезмерного напряжения связок, вы опять-таки сможете с ними справиться. Біль під час пологів має велике значення як із фізіологічної, так і з психологічної точок зору. А завдяки ньому стає можливим контролювання динаміки процесу. Поки жінці боляче під час пологів, вона, звичайно, не може заснути, тож біль спонукає її до дії. Больові відчуття під час пологів періодичні, вони чергуються з паузами, тому у жінки є час на відпочинок. Сейчас еще буквально два слова о том, зачем болит, зачем нам нужна эта все-таки боль. Во-первых, для того, чтобы вы не проспали, да, и вы таки, да, понимаете, что у вас что-то начинается, вам не нужно идти куда-нибудь сейчас в гости, а все-таки нужно как-то собраться, возможно, подъехать ближе к роддому, возможно, организовать место для своего рождения. Во-вторых, боль или дискомфорт, он будет нарастающий, прогрессирующий, он будет показывать вам, что у вас процесс идет нормально. И если у нас шло-шло, а потом начинает слабеть, это либо у нас такие предвестники, все-таки не рожаем мы, либо что-то где-то начинает буксовать и что-то идет не так. Поэтому динамика развития схваток, она показывает о том, что у вас все нормально, вы здоровая, у вас прекрасно все рожается. Дискомфорт у вас будет нарастать, и последние 3-5-10 схваток, они будут действительно такие, что женщина говорит: я не могу, вы не понимаете, я уже там, я не хочу, не могу, не буду рожать. Опять-таки, не у всех, но это позволяет вам как раз, когда вам захочется тужиться, когда захочется уже, появляется ощущение, как будто хочется какать, все-таки позволить себе это сделать, несмотря на то, что вы понимаете, что как через это пролезет это. И дискомфорт еще будет вас погружать в себя. Это очень важный, очень нужный момент, потому что он будет центрировать вас на себе, на своих ощущениях, и вам будет абсолютно все равно, какого цвета стены вокруг, сколько зашло людей, зашли они или нет. И главное, чтобы был кто-нибудь, кто будет рядышком, кто там гладит, слова ласковые говорит, и все. И вы будете лучше слышать себя. На самом деле боль, она помощница, она подсказывает вам о том, что вам нужно делать. Если у вас болит спина, вы не будете на этой спине лежать, и ваш организм сам говорит вам о том, что нужно делать. Главное его услышать. Поэтому тот дискомфорт, который есть во время родов, он вам поможет. Он необходим как сигнал организма для того, чтобы вы поняли, что все-таки вы рожаете. Он необходим для того, чтобы вы поняли, как вам себя вести. И он необходим для того, чтобы вы реально хорошо родили. Просто некоторые женщины могут центрироваться на своих ощущениях. И тогда вы просто: о, я, оказывается, не только на машинке строчить умею, я могу еще испытывать такие ощущения, а я могу такие, ой, а что в моем теле происходит? Возможно, для вас это некий новый опыт посмотреть, что я могу еще. Второй вариант
про как справиться с дискомфортом, это переключить внимание на ребенка. Здесь зависит от того, что у вас больше сработает. Потому что вы взрослая женщина, абсолютно самодостаточная, либо с каким-то опытом прохождения жизни, проживания жизни, прохождения каких-то кризисных ситуаций. Вы знаете, что даже если сейчас сложно, то буквально проходит какое-то время, вы все равно вылазите, выходите, выскакиваете в эту белую полосу, в которой более или менее комфортно. У ребенка сейчас all inclusive, у него все шикарно, прекрасно, замечательно, кормят, поят замечательно, жизнь проходит, и если вдруг начинаются схватки, уютный маленький домик начинает как-то немножечко уменьшаться. Мама звучит как-то там вот не всегда привычными звуками. Мама звучит как-то по-другому. Гормончики идут немножечко другие. Его толкает в какое-то пространство, которое как-то медленно раскрывается. Где-то там свет в конце туннеля и так далее. И у ребенка все-таки будет какой-то никакой стресс. И ваша задача как взрослого человека переключить внимание на ребенка. Если вы сможете сделать эти роды не для себя, а для своего малыша, я смогу, я сделаю, я с тобой, я рядышком, я справлюсь, я буду дышать для того, чтобы тебе было больше кислорода, я стану в эту позу для того, чтобы, да, мне будет легче, но и тебе так наверняка будет легче пройти. И тогда опять-таки вам будет легче, потому что для себя кто-то может сделать больше, а кто-то может сделать больше только для родного, любимого человека. І наостанок невеликий лайфхак. Якщо ви хочете, аби ваші пологи пройшли легко, наскільки це можливо, навчіться правильно ставитися до болю. Если вы будете воспринимать боль не как злое наказание, а как подсказку вашего организма, что вам нужно делать, поверьте, вы легче справитесь с вашими родами. Потому что если вы уходите в себя, вы лучше слышите, с какой скоростью вам нужно дышать, с какой глубиной и частотой. И то, что вы выучите во время беременности разные типы дыхания, это просто те домашние заготовки, наработки, которые организм сам вытащит. Ваши мозги должны выключиться, и в родах вы не должны будете думать о том, как мне нужно дышать. Но ориентируясь на этот дискомфорт, ваше тело выдаст вам. Как во время бега, вы не думаете о том, с какой скоростью вам дышать, вас организм сам запрашивает ту скорость дыхания, ту частоту, которая необходима. Этот дискомфорт заставит вас встать в ту позу, которая вам необходима сейчас, в зависимости с вашими ощущениями. Этот дискомфорт заставит вас вести себя, возможно, не совсем адекватно с точки зрения социального человека. Возможно, это будет немножко дикое какое-то, возможно, это будут какие-то звуки, которые вы в жизни никогда не издавали. И вы не будете стесняться в этот момент, потому что вам сейчас некомфортно. И если ваша боль позволит вам уйти от социальных стандартов и прийти к себе той естественной, той натуральной женщине, которая не задумывается о том, как она выглядит и как она, что о ней подумают, главное, чтобы мне сейчас было хорошо. На цьому в мене все. Бажаю вам легких та природних пологів. Пишіть нам за адресою, яку ви бачите на своїх телеекранах. До зустрічі за тиждень. Па-па!